Майс ТВ представляет интервью. Десятая международная выставка и конференция «Отдых Майс». Здравствуйте. Какую компанию вы представляете? Представляем национальный стенд Аргентина. Да, и что интересного есть в Аргентине? Сказочные водопады, живописные талые воды, горные реки, пингвины. В общем, все то же самое, что и на озере Байкал. Нет, есть пустыни, есть водопады, реки, горные реки, пляжи, и все это в одной стране. Все это в одной стране, отлично. И недалеко есть Антарктида, куда можно поплыть на лайнере, чего, к сожалению, Байкал не позволяет. А скажите, что интересного видели на этой выставке в этом году? Интересно было очень аргентинские танцы. Кубинская сальса напротив тоже была очень сказочная. А русские народные танцы? Русские народные, да, у Костромы и еще у кого-то были в очень красивых костюмах снегурочек. Это было интервью в эфире Майс ТВ. Все самое интересное смотрите на нашем канале mice.tv.ru. И помните, the world is mice.